подготовили огород, покосили и убрали траву. Все чисто, нормально. Есть на некоторых сортах картошки осталась ботва большая, не посохла полностью. И косить не получается, неудобно. Сильно она на веревку похожа, вязкая такая, не ломается. Ну ничего, попробуем. По-моему, должно нормально быть. А здесь три рядочка 40-дневки. Ботва полностью посохла. Хорошо копается. Два рядочка прокопали, попробовали. Поднастроили нашу технику. Сейчас снимем и покажем, как она работает. Сырая земля после дождя плохо протрушивается. Если бы денька через два копали, было бы лучше гораздо. Так, конечно, приятно, земля рыхлая, все, но гребет сильно много, не успевает протрушиваться земля. Резаной нет. Хорошо копает, не разбрасывает, как в прошлом году. На больших оборотах картошка летела по 2 метра в разные стороны. Сейчас все по-другому. Мотоблок почти не тянет в сторону. Немножко приходится подталкивать, потому что легкий мотоблок. Колеса маленькие. Ну, если будет сухая земля, по-моему, должен он идти и сам, без помощи. Ну, что, нам понравилось, короче. Переделали мы свою картофелекопалку. Утиный хвост. В том году копали на больших оборотах. Свала отбора мощности через кардан, крутящий момент, передавался напрямую. И сильно большие были обороты. Трясло сильно. Руль тянуло в сторону. Сейчас обороты уменьшили за счет шкивов в 3,5 раза. Стало совсем по-другому работать наша картофелекопалка. Обороты уменьшились, стало не разбрасывать картошку, протрушивать медленней, но если будет сухая земля,
будет все, я думаю, хорошо. Сейчас пробовали на сырой земле. Не критично, но немного хуже, чем по сухому, я думаю. Вот, двойные ремни поставили на всякий случай. Дополнительный блок подшипника вот там. И натяжное устройство. Есть недостатки, конечно. Плохо отрегулировать эту всю систему, потому что нерегулируемый кардан. Нужно разрезать его и сделать натяжное устройство на кардане с левой и с правой резьбой, как вот здесь вот, типа, на этих натяжных. И второй недостаток, надо поставить вот здесь какие-то щитки. Попадает картошка в колеса, и она там остается, давится. Ну, незначительное количество, но штук 5 попалось. А так, пока других недостатков не обнаружилось. В процессе работы, может быть, появятся, но пока все нормально. Впереди поставили дополнительный груз 25 килограмм. И она стала идти устойчивее, эта вся техника, и легче работать с ней. Сейчас я запущу и посмотрим, как работает без нагрузки. Подведем итоги. Нам понадобилось 3 часа, чтобы выкопать 20 ведер картошки, перебрать, занести в подвал. Ну, мы копали вдвоем. Я думаю, это неплохой результат. Все, до свидания, до новых встреч. Упустил один момент. У меня на мотоблоке есть пониженные передачи. Я копал картошку на первой пониженной. Если кого-то заинтересовала моя конструкция, то я думаю, на обычных коробках передач нужно не в 3,5 раза уменьшить обороты на вале отбора мощности, а, наверное, в 2 раза. Тогда будет качественней. А этот мотоблок на пониженных движется медленно. Хватает этих оборотов, чтобы протрусить землю. При большей скорости этих оборотов может не хватить. Ну вот, теперь уже точно все. Пока.